Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Caldina 2003 года выпуска с двигателем 2 литра, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 190 тысяч километров. Загудел правый передний подшипник. Ну, так как они, подшипники, в принципе, с небольшим разбегом подходят друг за другом, поэтому решили заменить оба, и левый, и правый. Поднимаю автомобиль. Откручиваю оба колеса, снял колеса, сейчас откручиваю гайку привода, здесь немножко отогну завальцовку. Гайка на 30, удлиненная, многогранная. Через вентиляцию вставляю отвертку. Ну а теперь откручиваем наконечник рулевой тяги. Снимаем шплинт. Головка на 17. Головкой на 10 откручиваем датчик АБС. И вытаскиваем его. Потом почистим, поставим. Вышел легко. Также немножко почистим и смажем резьбу на стойках. И откручиваем суппорт от ЦАПФы, два болта, головка на 17. Откручиваем их и снимаем суппорт. Подвешиваем. Снимаем тормозной диск. Прикипел. Но здесь хорошо, есть отверстие для болтов, для демонтажа тормозных барабанов. Ой, тормозных дисков.
прикипело. Все отошло. Теперь откручиваем шаровую опору. Центральную гайку открутим. Ключ на 22. И теперь откручиваем болты крепления стойки, снимаем их, и у нас целиком цапфа снимется. Головка на 22. Хорошо затянуто. Все, снимаем цапфу. Снимаем с шаровой. Подложил картон по диаметру. Подбираем оправочку и выбиваем ступицу. Вот и все. Выпрессовывать будем снаружи, поэтому обойму я переставляю сюда. Снимаем стопор. Отстучим его сначала, чтобы он у нас зашевелился. А он не зашевелился, он обломился. А вот это вот есть плохо.
будем его поддевать и снимать. По-хорошему надо и стопор заказывать. Приржавел уже. Выбиваем. Сразу видно, пошел. Подшипник вывел. Берем новый. Новый заказали, оригинальный. 90-363-Т0018. Смазываем посадочное и запрессовываем. Также почищу посадочное и щеткой по металлу, и отверточкой под стопор, потому что там грязи и коррозии много. Так, посадочное почистил, смазываю силиконовой смазкой. Также сам подшипник смазываю силиконовой смазкой. Берем старый подшипник. И запрессовываем. Все, звук другой, село на место. Подшипник сидит на месте. Ставим стопор. Стопор я почистил. Ставим старый, потому что новый не заказывали. Thank you.
И все, таким образом мы его по кругу осаживаем. Все, стопорное кольцо сидит у нас на месте. Теперь со ступицы срезаем старую обойму. Идем запрессовываем. Смазываю ступицу. Ставим ее на старый подшипник. Все, подшипник у нас сидит, ступица у нас сидит. Идем устанавливаем. Так, смажем резьбу, смажем шлицевую. Смажем шаровую маленько резьбу. Завожу привод в ступицу. Отвожу в сторону и одеваю шаровые. Вот таким. Чтобы потом ее не приподнимать, сразу наживляю гайку на шаровую. Наживляю гайку на привод. Так, смазываю и ставлю болты на место. Также и второй болт. Ставим на место датчик. Вытираем его. И устанавливаем в гнездо. Закручиваем болт крепления датчика. Болтик я тоже смажу. Датчик затянул. Так.
смазываю ступицу. Ставлю тормозной диск. И ставлю на место суппорт. Наживляем гайку привода. Суппорт затянул, затягиваем шаровую опору. Все, шаровая опора затянута. Одеваем рулевой наконечник. Также смажем немножко резьбу. И затягиваем. До шпринта. Чтобы у нас отверстия совпали. И поднимаем его вверх, один усик. Затягиваем болты крепления стойки. Затянул. Затянул. Теперь затягиваем гайку привода, отвертку вставляем сверху. Шплинтуем. Устанавливаем колесо. Аналогичным образом меняем со второй стороны. И на этом замену переднего ступичного подшипника я закончил. Всего вам доброго!